разрабатывали очень много технологий, чтобы все эти формы стояли, чтобы они действительно напоминали стекло, мы меняли ткани. Но это длительный процесс, чтобы концепция и образ в целом в конечном итоге был таким, какой я его вижу, да, или хотя бы лучше того, что я вижу. Это, конечно, процесс изготовления и изобретения. Вот в этом рождается форма. Но коллекция вдохновлена готическим витражом. Мне понравилось преломление света через цветное стекло. И это всегда завораживает, когда попадаешь в готический собор, эти формы вытянуты. И, конечно, база коллекции строилась сначала на этом. Но потом нужно было какое-то развитие, потому что мы наблюдаем за витражом, да вообще за любыми вещами, ночью, днем. И они видоизменяются в зависимости от нашего настроения, в зависимости от того, что происходит в нашей жизни. И вот свою жизнь, свое впечатление, свое видение я перенесла на коллекцию. И вторая часть коллекции у меня идет через разрушение прекрасного. То есть представляете, что в витраж бросили камень, и, к сожалению, витраж разбился. Но я увидела красоту в разрушении. То есть вот эти стекла, вот эти осколки, они очень красиво, очень фактурно, очень харизматично легли в одежду и как бы защитили обладательницу этой одежды, и получилось очень красивое развитие этой коллекции. Мне понравилась именно, на самом деле, цветная часть этой коллекции. Очень понравился такой бирюзовый цвет, который присутствует, песочный. Мне нравится, что сегодня Даша немножко отошла от своей излюбленной темы оригами. Она, конечно же, присутствовала, вот эти сплетения, как будто бы сложные
сложенные объемы тканей, но сегодня мы увидели еще вот этот эффект разбившегося стекла, что мне очень понравилось. И, наверное, вся готическая часть коллекции, вот та самая часть, которая мне нравится, потому что я люблю черный цвет, и вообще мода и черный – это одно и то же. И мне кажется, что много девушек-певиц, которые сидели на первом ряду, фотографировали половину коллекции для того, чтобы попозже позвонить в пресс-офис Даши и сказать, что они хотят эти вещи для себя, для выступления на сцене или для съемок. Так что Даша молодец, хороший саундтрек, хорошие модели, хорошо построенный показ, все симпатично. Whoa!
кажется, что дебютная коллекция дизайнера удалась на славу, и очень все было выдержано, все в одном стиле. Тут эта ящерица, которая просто огромным таким пятном прошла через все луки. Символ хозяйки Медной горы, вот, которая она сейчас себя ощущает на данный момент. И коллекция называется «Варвара», потому что у Наташи буквально полгода, я думаю, назад родилась доченька, которую зовут Варвара. Так что я понимаю, что эта коллекция, этот новый шаг в ее жизни также посвящен своему ребенку. Речь пойдет уже о индивидуальности. Мы пришли к индивидуальности через принт коры дерева, который в данном случае символизирует как отпечаток пальца у каждого человека, да, как морщины на нашем лице, потому что все они являются индивидуальным, да, нашим составляющим, и любая морщинка появляется в связи с пережитыми какими-то моментами, как счастливыми, так и несчастливыми, так и вот кора дерева тоже. То есть и морщинки, да, их, они не повторяются.
Эта женщина достаточно занята для того, чтобы с утра до вечера смотреться в зеркало, но при этом она хочет выглядеть стильно как на работе, так и вечером на вечеринке, при этом не успев переодеться. Поэтому это какая-то совокупность того, как можно выглядеть и днем, и вечером, да, но там с какими-то маленькими изменениями, нюансами. Вот. Сейчас женщины стали больше следить за модой, стали больше, наверное, следить даже за собой, за тем, что ей хочется, как ей хочется выглядеть и подходит ли эта мода непосредственно к ней. К чему я, собственно, и призываю всех женщин следить за модой, но не становиться их рабынями, да, рабынями модных тенденций, потому что все равно любую вещь нужно адаптировать под себя. Оформление, вот эти прекрасные прически, я не могла оторвать буквально взгляд. Модели, показы, дизайнеры, тренды. Фэшн-авеню. Будь в моде. Смотрите нас на YouTube и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. В Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Фэшн-авеню. С любовью к моде.